Друзья, перед вами Кассандра. Кассандра Кася, которую нашли на дороге, где она лежала и просто умирала. И если бы на ее пути не встретился хороший человек, скорее всего, Кассандры бы уже с нами не было. Женщина подняла кошку и отнесла в клинику. В клинике сначала не хотели принимать. Потом сделали укол и отдали кошку назад. Невзирая на то, что кошка в чудовищном состоянии и не может дышать. У женщины свои кошки, и рисковать своими питомцами она не могла. У каждого из нас бывают свои причины, почему мы не можем сделать то или иное действие. Женщина отнесла кошку в подвал. Но сердце было не на месте, и она позвонила мне. Каюсь, ребята, я накричала. Нервы были не в порядке, была расстроена, и еще этот звонок. И едва услышав о том, что женщина отнесла кошку в подвал, я просто чуть не взбесилась. Признаюсь, это бывает с каждым, ребята, у каждого из нас бывают напряжены, натянуты нервы. Я накричала на женщину, о чем очень сожалею. Спросила, вы отнесли ее на смерть? Женщина ответила, что у нее другого выхода нет. В результате в 10 вечера женщина привезла кошку мне. И я очень благодарна ей за то, что она подарила кошке этот шанс, невзирая на то, как я ее встретила. Я приношу свои извинения. Приношу свои извинения Татьяне. Но когда я увидела Кассандру, ребят, у меня просто волосы дыбом. Черный рот, непрерывный крик. Первая мысль была, зачем же мучить? Может, легче усыпить? А потом такая злость взяла. Ребята, обида, отчаяние, все сразу. На этот мир чертов. На вот это все. Но вот это безразличие людей, которые шагают мимо и не обращают внимания на тех, кто умирает у них под ногами. Боль такая, ребят. Боль в груди. А еще, ребят, просто обида. Мы ведь все рождаемся добрыми, нормальными. Что с нами происходит потом? 2 дня. 2 дня. Это был просто ад. Я думала, что кошка может умереть каждую минуту. Подходила, гладила, смотрела. Пыталась ставить ей облегчить дыхание. Делала все, что в моих силах, ребят. Пыталась лечить так, как если бы я лечила тяжело заболевшего ребенка. Ингаляцию. Тантум верде в горло. Кошка чихала, кашляла, дралась. Руки поцарапаны, да. Но у нее на 2-е сутки начали отходить струпья из носика, из горла. 2 суток непрерывно тек гной из носа. Его я промывала натрием и удерживала клетку, которую кошка хотела разнести, несмотря на то, что совсем обессиленная. Но это помогало ей прочихаться, прокашляться. Потом наступало облегчение. Первые 2 дня, ребята, это был настоящий ад. И когда мне говорят, что зоозащита гребет бабки и ни хрена не делает, ребята, мне впервые смешно. А еще очень хочется пригласить этих людей побыть с нами хотя бы сутки, когда у нас тяжелые звери. А это у нас бывает чуть ли не каждую неделю. Сегодня, ребята, 4-й день,
когда мы боремся за жизнь Кассандры. Девочка по-прежнему в очень тяжелом состоянии, но глазки у нее стали светлые и хорошие. И она даже чуть-чуть пытается дышать носом. Нет крика при дыхании. Она смотрит. Пить она не может, ребята. Кушать нет. Но у нее заработали почки. И она, по крайней мере, теперь хотя бы писает. Пусть даже на тряпочку под себя, но... Ребята, организм начинает работать. Кошки живучие создания. Очень живучие. И я надеюсь, что Кассандра выживет. И мы найдем с вами ей замечательный, хороший дом. Я не знаю, ребят. Приют тяжелый. Обстановка в стране тоже чудовищно тяжелая. Постоянно делать ролики, ребята, и обращаться к вам за помощью. Иногда сижу и думаю. Ребята, вы же приходите на нашу страничку. Вы же сами понимаете, что приют без вас не выживет. Никто из нас не может содержать кучу собак и кошек дома. И большая часть, ребята, из нас не могут их лечить. У каждого из нас свои домашние проблемы. Но оставаться людьми, ребята, мы можем. Каждый из нас может оставаться настоящим человеком. И если... не вживую, то косвенно может помочь приюту. Посмотрите, друзья, сколько у нас подписчиков. Ребята, не надо смотреть на того, кто там пришел или не пришел. Попробуйте спросить себя сами. Вы готовы помочь? Неважно, какой суммой. Какой можете. Не бывает мало, ребята. Не бывает мало денег. Бывает мало души. Мало доброты, мало сердца. Бывает много безразличия. Бывает очень много равнодушия. И очень мало человечности, друзья. Я не устану повторять только одну истину. Ребята, у каждого из нас свой век. Каждому из нас отмерены года жизни. И все, что у нас есть, ребята, это наша душа. Может быть, какой-то скептик скажет «нет». А я верю, что, уходя за черту, мы с собой берем только добрые дела. Обратите внимание, ведь даже великие постоянно пишут, что только доброта и только красота спасут мир. Не внешний мир, ребята. Духовный мир наш, внутренний. Не поддавайтесь проблемам, ребята, как бы трудно вам ни было. Я желаю вам света, добра и тепла. Всем сердцем желаю. А эта девочка наш голос подает. Я сейчас сниму ролик. Она встала. Сейчас покажу, ребята, заключительный ролик сегодняшнего 4-го дня. Но продолжение следует. Ребята, вы с нами? С нами, друзья. Ребята, а вот это после того, как мы брызгаем горло. Вот сейчас она будет откашливать, чихать, все это выплевывать. Все хорошо. Вот, да, будем рычать и кричать. Да, моя солнышко, сейчас через пару минут ребенок успокоится. Но струпья из горла у нее половина уже выпрыгнули. Тихо, девочка, вот видите? Да, сейчас, моя солнышко. Я понимаю, что ей плохо, ребята, но это единственный выход прочистить ей носоглотку. А капаем мы ее тантом Аверде. Ну все, моя хорошая, да. Сейчас все успокоишься, да. Струпья во все стороны летят. Но и ротик уже не такой черный. Уже половина все ушло. Да, моя солнышко, все? Все, уже такое самое страшное, скажу, ушло. Ну-ка. Все будет хорошо, малыш. Все хорошо. В носик. Вот видите, сейчас будем все прочихивать. Очень хорошо.
Ну, ребят, к сожалению, одному человеку неудобно снимать, показать, чтобы это все. Ну, ребят, я хочу, чтобы вы видели. Это действительно очень тяжело. Сейчас, малышка, вытирать будем. Да-да-да. А как же? Все. Чего, мы хорошо, да? Ч-ч-ч-ч. Ну. Молодец. Умница моя. Сейчас нос прочихаем. Мы кусаемся, да? Все, да, сейчас прочихаем все. Господи, ребят, струпья, конечно, огромные вылетают. Для кошки, для такого носика маленького, очень. Так, это я забираю. Это уже все, плевали. Ничего, малыш, сейчас новую постелим. Да, чуть носик промыли, промыли, промыли. Ничего, деточка, скоро будет хорошо. И дышать будешь лучше. Пеленку постелили. Да. Ничего, сейчас, сейчас легче дышать будет. Сейчас, моя хорошая. Все, уже успокоились. Все хорошо. Все. Вот теперь все, ребят. И вот таких промываний, ребята, в день несколько раз. Иначе ей не выжить. Как ты себя чувствуешь, малыш? Сегодня мы уже влили в малышку 2 кубика молока. По капле, но она начинает глотать. Ребята, очень тяжело, но начинает. Да, моя детка. Ты фырчишь, потому что написала, да? Написала девочка. Сейчас уберу. Сейчас, моя хорошая. Давай сюда. Вот так. Моя детка. Да, моя солнышко. Чего ты? Вот. Пеленочку поменяли. И помоги нам Бог, ребята. И вы, наши друзья. Да, Кассандра? Моя детка. Хорошая детка моя. Скажи людям что-нибудь. Скажи, спасите мне жизнь. К сожалению, друзья, животные просят молча, они просят сердцем. Живи, моя хорошая. И мы еще сделаем ролик, когда ты будешь дома играть. Обязательно сделаем.